Вы иностранный гражданин. Ваша цель – получение трудового патента, вида на жительство, либо гражданство. У вас есть два пути. Начнем со второго. Вы можете обратиться к посредникам и стать жертвой преступника. Как показывает практика, в большинстве случаев посредники, которые оказывают услуги иностранным гражданам, являются мошенниками. Под видом содействия в решении миграционных вопросов преступники пытаются завладеть вашими деньгами, не отвечая за последствия. И вот результат. В связи с фиктивностью вас снимают с регистрационного учета, у вас изымают фальшивые документы. Деньги вам никто не возвращает. А теперь первый и самый правильный путь. Вы используете современную миграционную инфраструктуру. Она позволяет максимально быстро, без посредников, разрешить все возникающие иностранных граждан вопросы. На территории области работают 3 многофункциональных миграционных центра. 2 в Самаре, на улице Кабельный, дом 13А, на улице Черногорский, дом 2 и в Тольятти по адресу Тупиковый проезд, дом 4. В этих современных комплексах вы, без посредников и в кратчайшие сроки, можете подготовить полный пакет документов, как для трудового мигранта, так и для тех, кто хочет получить разрешение на временное проживание, вид на жительство, либо гражданство. Только здесь вы можете пройти медицинскую комиссию, приобрести страховой полис, сдать экзамены на знание русского языка и после сбора всех необходимых документов сдать их сотрудникам управления по вопросам миграции. Не пользуйтесь услугами посредников, обращайтесь в управление по вопросам миграции.